Чаплыгин Анатолий Сергеевич, адвокат, это моя профессия, адвокат, но по должности, которая еще официально как бы, я председатель президиума Курской областной коллегии адвокатов, это одна из структурных единиц, которые действуют у нас в области. Ну, чтобы это было понятно, в нашей области адвокатура представляет собой следующее. Возглавляет адвокатуру в области Совет Адвокатской палаты, точнее, Адвокатская палата. Это административная структура. А конкретно оказывает юридическую помощь, ведут дела, участвуют в процессах адвокаты, которые находятся в структурных подразделениях адвокатуры. Ну, это конкретно коллеги адвокатов, так называемые структурные подразделения. Это если несколько человек работает в таком структурном подразделении. Если же один адвокат занимается адвокатской деятельностью, то его структурное подразделение именуется адвокатский кабинет. Всего у нас в области где-то, ну, наверное, более 500, около даже 600 человек, работающих адвокатов. Это лица, которые там имеют высшее юридическое образование, в том числе я тоже имею юридическое образование. И те, которые, по крайней мере, включены в реестр, есть такой реестр адвокатов области. Этот реестр создает, или точнее даже включает, Управление юстиции по Курской области. Они контролируют, ведут. По закону раз в год публикуется в средствах массовой информации список адвокатов, которые включены в реестр. И вот если когда смотреть этот список, то можно определить, что фамилия такого-то, такого-то специалиста, он включен туда, значит, он действующий адвокат. Вот практически я тоже отношусь к этому сообществу. Ну, работаю в коллегии адвокатов, я, естественно же, конечно же, действую в соответствии с законом об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Этот закон федеральный, он существует с 2002 года, был принят. И нынешнее состояние адвокатуры как раз оно, в общем-то, ориентировано на выполнение этого закона. Там и организационные моменты отражены, и отражены наши обязанности. Ну и, естественно, конечно же, я стараюсь руководствоваться теми обязанностями, правами пользоваться, которые отражены в этом законе. Это так вот вкратце. Вот. Ну, работы, естественно, конечно же, принимаем людей, наверное, в первую очередь мы в каком-то должны, ну, так попросту говоря, помещение. Коллегия адвокатов находится на улице Радищева, 17, Курска, это в центре города. Там мы принимаем граждан. А сама работа, она заключается не только в том, что мы там находимся, вот сидим от зари до зари, допустим, или там определенное время, ждем, когда придут люди, проконсультируют и так далее. В большинстве случаев мы являемся представителями по гражданским делам. Если же уголовные дела, то именуемыми защитниками, то есть ведем дела в интересах лиц, которые, ну, оказались на скамье подсудимых. И, естественно, конечно же, наша работа, она, я как раз и подчеркиваю, заключается не в том, что мы находимся где-то в кабинете, в каком-то пространстве, ждем, пока кто придет, а приходится и в судах выступать, и работать там. Ну, в общем, вот это вкратце, как бы, деятельность адвоката. Что касается лично меня, ну, я работаю достаточно давно в адвокатуре. Даже как-то неловко говорить, я уже 50 лет как закончил институт Харьковский юридический. В адвокатуре с 1978 года. Был небольшой перерыв, когда работал в управлении юстиции, должности заместителя начальника областного отдела, ну, это в советское время. А всю остальную профессиональную сознательную жизнь я работаю в адвокатуре. Поэтому мне это нравится, она близка мне, эта профессия. Как получается, это я, конечно, сам не могу судить, ну, тут я думаю, что люди понимают. Не всегда получается что-то, чем я доволен. Это как и в любой профессии. Но в любом случае стремишься так, чтобы быть в форме. И поэтому стремишься изучать законодательство, как и все юристы. Вот это вкратце. Это мое отношение очень обостренное к этому виду, ну, может быть, законодательной деятельности, естественно, не нашей, разумеется, мы-то как адвокаты мы выполняем, пытаемся, по крайней мере, быть одним из звеньев
специалистов, которые, по крайней мере, учитывают нынешнее действующее пенсионное законодательство. Вы знаете, очень сложное, очень спорное ныне действующее пенсионное законодательство. И не всякий юрист может до конца понять его. Об этом, кстати, говорили не только вот я, как бы с колокольни, там, исполнитель какого-то там невысокого, предположим, так, не республиканского звена. Об этом и в средствах массовой информации заявляется, что законодательство пенсионное требует усовершенствования. Это не случайно, потому что, во-первых, оно сложно к пониманию даже юристами, уже не говоря, что простыми гражданами, и не говоря о том, что, по крайней мере, много нареканий о том, что оно само по себе, ну, наверное, не всегда с точки зрения социальной, достаточно завершенное, достаточно справедливое. Поэтому вот эти споры различные и так далее. Для нас, юристов, конечно же, это очень сложно. Иногда приходится, когда обращаются люди с какими-то вопросами. То есть здесь не подойдешь просто чисто механически, скажем, советами обратитесь в суд, написал какое-то заявление, а потом судьи, когда рассматривают, они тоже над этим будут ломать проблемы, ну, как говорится, не один час головы. Потому что очень сложно преподнести, во-первых, какие нарушения. И когда человек обращается, достаточно сложно это законодательство. Поэтому какие пожелания? Хочется, чтобы все-таки... А сейчас идет разговор, что, насколько я понимаю, на уровне властей республиканских идет разговор о том, что будет усовершенствоваться это законодательство. И поэтому хочется, чтобы вот и новый состав Думы Государственной приняли как-то более такое приближенное к людям, более приземленное пенсионное законодательство. И тогда и нам, юристам, будет как-то больше возможности помочь человеку, чтобы разобраться в законодательстве. И сам человек будет понимать, я веду, кого коснется это законодательство, что, какие права он имеет и какие обязанности. Ему будет легче тогда получать все блага от пенсионного законодательства. Я скажу, что в этом вопросе я вижу, что не только Иванов первый обращается. Это действительно вопросы достаточно часто возникают у тех, кто или ушел на пенсию, или еще пока только наметил уйти на пенсию. Потому что, ну, ряд причин. Может быть, это какие-то технические там варианты, одеты что-то, не записали трудовую книжку. То есть я не говорю о том, что чья-то там, допустим, халатность или вина. Ну, вот так получалось. Потому что сейчас поколение, которое ходит на пенсию, они же работали в советское время и сейчас. Где-то, может быть, затерялись, были реорганизации различные, затерялись, может быть, записи, документы какие-либо. Тоже, к сожалению, такое случается. И поэтому, когда обращается вот гражданин вот Иванов, в частности, и другие лица, то, конечно, у них есть все основания для того, чтобы как-то разрешать эти споры. Но я думаю, что они должны разрешаться, конечно же, так как, наверное, он в Кране обратился там инстанцию, суд. Они, наверное, судом будут приняты. И потребуется обязательно, наверное, ну, какой-то достаточный документ, ну, скажем, исковое заявление, для того, чтобы суд принял к рассмотрению его проблемы. Сразу, вы знаете, я не рискую ответить на его вопрос. Но, во-первых, как я уже и говорил, само законодательство достаточно сложно. Это надо индивидуально, видимо, вопросы индивидуальные, разумеется, для нас так звучит. И хотелось бы, конечно, чтобы он лучше обратился к юристу. Ну, конкретно он может обратиться к нам, к коллегу-адвокату по улице Радищева, 17, как я уже говорил, где мы работаем. У нас достаточно есть там хорошие специалисты, либо ко мне, либо к другим. И мы постараемся оказать ему помощь в пределах возможного, разумеется, конечно же. Вы знаете, вопрос, ну, как говорится, достаточно интересный, как это фраза, так и надо повторяемая. В самом деле, люди, когда обращаются, у них возникают проблемы, где нужно слышать специалиста или получить какую-то помощь от специалиста, имеющего определенное образование. И вот народ, мы сами слышим, они говорят, надо пойти к юристу. Кто-то говорит, надо пойти к адвокату. Дело в том, что многие люди не понимают иногда различия между юристом и адвокатом. Практически это то же самое понятие. Юрист, адвокат. То есть здесь юрист – это те, которые имеют высшее юридическое образование, как мы понимаем, да? Имеют определенную базу знаний в области законодательства. Они все именуются юристом. Юрист – прокурор, юрист – судья, юрист – адвокат, юрисконсульт и так далее, тому подобное. В том числе и юристы, которые работают как частные предприниматели.
Поэтому, если когда обращаются люди, мы им говорим, послушайте, ну, во-первых, конечно, к суде не обратишься, потому что там определенные, вернее, можно обратиться, но при определенных таких, что ли, требованиях судья, он должен быть объективным. Поэтому не придешь к нему, скажешь, судья, объясни, дай консультацию и так далее. Поэтому ищут людей, которые, в общем, на которых возложена обязанность давать консультации, разъяснения, оказывать юридическую помощь. Это вот как раз люди, которые, в общем-то, имея образование, готовы работать, ну, в интересах человека. И вот адвокат, как и судья, как и прокурор, это, ну, если так можно выразиться, даже лица, которые характеризуют их нахождение в какой-то структуре. Судья – это представитель судебной системы, прокурор – прокурорской системы, да? А адвокаты – представители адвокатуры. Но все они образование имеют юридическое, все они юристы. И есть еще юристы, которые там работают, ну, возможно, даже как предприниматели, зарегистрировали себя. Они тоже юристы, они тоже оказывают помощь. И даже те, которые нигде не работают, они тоже юристы, они тоже, если хороший, грамотный специалист, он может оказать помощь. Поэтому арсенал достаточно большой. Видите, какой-то разброс, в общем-то, возможностей у тех, кто желает получить помощь. Другое дело, что я уже, и, как говорится, из своего опыта, и как-то и неловко иногда бывает, когда под... В общем-то, ну как бы под эти подпадают, в общем-то, услуги, которые занимаются мошенничеством. То есть пытаются оказать услуги лица, которые даже имеют образование, но они недобросовестными являются, в общем-то, специалистами. И люди к ним идут, в результате там платят даже деньги, а они никакой не принадлежат ни к структуре, я имею в виду как адвокатура там, или там не предприниматели. То есть они в каком-то пространстве витают. И в результате они иногда даже не подготовлены, и, хотя имеют диплом юридический. В результате человек приходит, он не получает помощи. Потом он разочарован, говорит, я ходил к юристу, ничего не получил. Вот тут, конечно, видимо, недостаток, может, информации со стороны нашей там адвокатуры, то, что мы не всегда даем полную информацию о том, к кому обращаться, чтобы это были люди, которые могли бы и ответственно оказать помощь. В частности, адвокатура – это лица, которые там квалификационные экзамены сдают и прочее. И они, конечно, оказывают более квалифицированную помощь, но не всегда у них тоже возможности в силу там, и физических причин. Поэтому есть хорошие юристы, и поэтому, когда кто-то будет обращаться, просто надо смотреть, насколько добросовестно к нему отнесся тот специалист. А так это понятие юрист, адвокат – это, по сути дела, как бы одинаково лиц. Вы знаете, ну, начнем с того, что раз уж такой разброс, молодые и старшее поколение. Ну, старшие – это, наверное, где-то под 70, за 70 лет, а молодые, ну, начиная, скажем, от возраста уголовной ответственности, когда от 14 лет. И, конечно же, очень тревожно, очень обеспокоенно, о чем с молодых, когда сейчас вот пошли большие издержки, ну, я не говорю там издержки, там воспитания, я не буду так это подчеркивать, когда молодые ребята и девчонки попадают, в общем, на скамью подсудимых, а потом, попав на скамью подсудимых, возникает ответственность, суды, следствие перед этим, суды потом занимаются ими, и в конечном итоге они оказываются, ну, как в законе написано, в местах лишения свободы. То есть идет разговор, это молодые ребята, девчонки, которые каким-то образом оказываются вовлекшими наркотическая то ли зависимость, то ли вообще-то в деятельность каких-то лиц, которые их толкают на то, что они нарушают законодательство по пресечению наркотиков. Ну, конкретно что? То ли сами употребляют наркотики. Тут уже и врачи могут комментировать, что тут это страшная трагедия, когда они не могут без наркотиков. Молодые ребята, которые там пришли к этому. А по следующим им же кто-то поставляет эти наркотики. И вот попадают уже ребята, которые считают, что, в общем-то, ничего такого страшного нет, что подумают, что там они где-то какую-то закладку, какой-то маленький такой кусочек наркотического вещества заложили, а там кто-то потом возьмет, им кто-то передал, что-то заплатил. А в конечном итоге это страшнейшая уголовная ответственность, это опасное преступление, за которое, в общем-то, очень суровая ответственность. И вот когда стало вот таких сейчас много, вот ребят, девчонок, которые в таком возрасте себя губят судьбу, вы знаете, конечно, жутковато. И думаешь, Господи, упаси Боже, чтобы кто-то, даже знакомый, там родные, не попали вот в такое положение. И, конечно, думаешь обо всех. Но я просто говорю тут уже по-человечески, что это страшно.
Ну, а старшее поколение, вы знаете, обидно иногда вот обращаются к нам люди, когда их обижают их родные люди. Ну, вот запоминаются некоторые случаи, когда, например, какая-нибудь бабушка, были у меня случаи, обращается бабушка, которая работала добросовестно и даже занимала хорошие там должности, а потом в одно время дочь или сын ее каким-то образом, ну, обманывает или уговаривает, чтобы она подарила свое жилище единственное. Она, конечно же, любит детей. И вот она дарит жилище свое, а потом они, попросту говоря, ее выгоняют. И вот у меня, помню, один случай был, до сих пор никак не могу забыть. Женщина где-то 75 лет была, она комендант, работала в общежитии. Она также подарила дочери. У дочери сын есть, двухкомнатная квартира. Она была собственницей. И потом она ходила, ночевала и на вокзале. Вот хорошая женщина. И на скамейке, и обращалась в суд, она к нам пришла. Мы доказали, конечно, что она собственник, она имеет право на то, чтобы проживать. Но, к сожалению, у нее душа еще хорошая была, а у дочери была черствая душа. И вот она дочь ее выгоняла, она все прощала, и вот она ночевала на этих скамейках где-то там, ходила. Ну, суд, конечно, подключался, рассматривал дела ее, участковые. Но что могли поделать, когда мать... Вот она любила своих детей, я вот не знаю, как судьба сейчас, она в последнее время там уже не приходила. И грустно, конечно, вспоминать этот случай. Вот это беда старшего поколения, когда их вот и в прессе, вы же сами видите, в средствах массовой информации пишут, что обманывают и банки их, стариков, потому что они добрые, приходят, законы, ну, они даже и знают, ну, как-то они относятся по-доброму, а их потом... Попросту говоря, начинают злоупотреблять законом. И потом доказываем, говорим, было нарушение при, допустим, дарении, вы их обманули. Но закон, к сожалению, настолько иногда, мы бессильны даже бываем, и нам пытаемся все усилия, вот становится, в общем-то, обидно, что мы не можем защитить до конца этих людей. Ну, факт остается фактом. И вот это запоминающиеся вот эти моменты, которые, ну, как бы... является нашей действительностью. И хочется, конечно, чтобы этого не было, но, увы. Вы знаете, вообще-то я люблю детективную литературу, честно, фильмы смотреть. Иногда смотрю даже комедийные детективы, типа как вот «Пес 2», «Пес 3». Но там игра актеров, он, может быть, фильм не совсем такой серьезный. Ну, серьезные фильмы сейчас и детективные. Я считаю, что очень полезно. Как бы, ну, следить за судьбой людей. Во-первых, иногда и профессиональные вот эти фильмы, там же информация дают авторы, они берут из жизни некоторые факты. Поэтому, когда смотришь, игра актеров, если бывает удачная игра, то даже какие-то берешь там примеры. Правда, иногда бывает абсурдная иногда информация дают, например, как о профессии адвокатов. Я же не говорю, когда там показывают здоровенные такие особняки, да, в Москве, может, такие и есть, но это что-то нечеловеческое такое, потому что работа адвоката, она тоже такая кропотливая. И поэтому, когда смотришь эти фильмы, конечно, иногда это что-то наносное такое, но в любом случае, когда вот детективы, когда запутанность сюжетов, оно интересно, это и для отдыха, и вообще для профессии. Поэтому я считаю, что, конечно, это прекрасная вещь, смотреть фильмы, телевизионные. Но иногда это шаблон, иногда это массовое бывает. Но все равно, как бы отдыхаешь и что-то берешь. Но я еще раз подчеркиваю, я вообще-то люблю читать лучшую детективную литературу. Но из детективной я не буду там говорить, там Шерлок Холмс, это как бы набит уже оскомину. В общем-то, информация была бы тогда, я как бы играл. Там великолепно, там, конечно, может быть, даже высокий такой стиль. Но дело в том, что мне, например, вот запомнился современный японский детектив. Есть такой тоже детективчик. Там вот почему-то мне память врезался, и там легко читается, отдыхаешь. Это то, что последнее, вот я как вот почитал. Но остальные так, конечно, и герои какие-то литературные. Вы знаете, сейчас так много, вот честно говоря, я даже не могу кого-то выделить, который в роли то ли детектива современного, который детективной, то ли литературы. Поэтому я задумался и не могу даже ответить на этот вопрос. Кто же мне особенно яркая личность, какая запомнилась? Я хочу почти каждый день бывать в библиотеках. Я немножко так, вы простите. Вот. Но дело в том, что не всегда это удается. Но я скучаю, когда не бываю в библиотеке. Вот мне очень нравится у вас. У вас такая ситуация, обстановка, более такая
творческая, домашняя. И поэтому вот я, хотя чуть дальше живу, но стараюсь при любой возможности приехать к вам. У вас прекрасная юридическая литература, журналы. Я смотрю, они в каждой библиотеке имеются. И для специалистов, для юриста это великолепный здесь набор. Поэтому я с удовольствием хожу в библиотеку и считаю, что всем надо приходить в библиотеку. Дома у меня тоже есть литература, достаточная, работаю с ней. Но в библиотеке здесь творческая обстановка. И поэтому великолепно у вас. И я желаю, чтобы многие мои специалисты, коллеги у вас были почаще.